Ну что ж, начнем с приятного. Приятно, что с каждым годом все больше россиян могут позволить себе отдохнуть за границей. Всем курянам и самарцам, которые провели свой отпуск в Европе, посвящается этот грустный, ностальгический трек. Давай! Отчего так жесток мир, как он может людей менять? Я в Европе всего 7 дней, а меня уже не узнать. Я здесь мало что приобрел, зато много что потерял. Разучился уметь все то, за что русским себя считал. Не испытываю азарт от похода в универсам. И купив килограмм свеклы, знаю точно, тут килограмм. Разучился открытый люк на дороге запоминать. Разучился я в клубах пить, я хожу туда танцевать. И за шведским столом теперь научился себя вести. Брать лишь сколько смогу съесть, а не сколько смогу унести. Разучилась бояться я в одиночку гулять по ночам. Это что, разучился дарить коньяк незнакомым зубным врачам? Разучился ходить на балкон, чтоб проверить, как лук растет. Разучился учить, как жить тех, кто лучше меня живет. Я разучился людей понимать, когда случай произошел. Что? Я вчера потерял кошелек, а сегодня, прикинь, нашел. Научился я верить в душ, если красный, то горячо. Да, если синий, холодная. Не может быть. Если вместе, то хорошо. Разучился, идя в магазин, брать из дома пустой пакет. И вообще, на вопрос, как жизнь, разучился хамить в ответ.